Почти 3000 рублей придется возместить жителю Уздинского района, который признался в браконьерстве. Госинспекторы во дворе у мужчины обнаружили спрятанный мешок с останками косули. Когда шкуру животного осмотрели, ветврачам стало ясно, что охота велась при помощи металлической петли. Этому свидетельствовал характерный кровоподтек на шее. Охотник-нелегал показал место, где установил запрещенное орудие ловли. Там же остался биологический материал косули. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело.